сюда, да? Да, вот сюда. Сейчас ему здесь расскажет, а потом кто наверх пойдем туда. Очень важный вопрос по поводу состава. Просто сейчас а вот остановились беседы. Ну понятно. С одной стороны и с другой стороны. Это вот как раз одно из, ну, не то чтобы требований, просто настойчивых просьб пассажиров. Мы начали программу в 2013 году и с Ликина Дулева, и с Демихами, для того, чтобы поменять все старое на все новое и таким образом загрузить наше предприятие и обеспечить качество передвижного состава на совершенно другом уровне. Как известно, если что-то в жизни не обновляешь, это приходит в упадок и представляет собой жалкое зрелище. Вот сегодня мы видим современный состав, поезд, который таких 12 в этом году будет выходить на дороге Подмосковья, и эта программа у нас не завершается, а только набирает ход. Поэтому вам спасибо хотел сказать всем, кто добросовестно, качественно, достойно делает свое дело, свою работу. Но и очевидно, что там, где появляются новые составы и новые автобусы, и все же мы, находясь в Орехо-Зуевском районе, будем говорить только о них, вот, совершенно положительное восприятие жителей. Поэтому спасибо за то, что вы делаете. Я считаю, что это важно. Ну и то, что завод имеет заказы, и, я так понимаю, это пока основной заказчик, да, наверное? Вот. Это неплохо для начала, но хотелось бы, чтобы, соответственно, пригородное сообщение развивалось по всей стране. Тогда демихи будут у нас востребованы для производства состава для всей страны. Хотел бы узнать, какие у вас вообще перспективы? План какой, заказ, какие у нас будут на ближайшие там, 3-5 лет? Мы встречались с владельцами Трансмашхолдинга, который входит и в том числе этот завод. Вы знаете, что есть конкуренты в Твери, да? В Твери завод есть. Вот. И учитывая то, что и с Андреем Ильичем Бухаревым, и с другими акционерами у нас есть взаимопонимание, мы всегда делаем акцент на то, что демихи должны развиваться. И говорили о том, что здесь может развернута быть дополнительно вся ремонтная услуга по капитальному ремонту состава. Ну и, соответственно, мы размещаем заказы, как я понимаю, мне подскажут, преимущественно здесь, на демихах, или только? Только на них. Поэтому акционеры пошли навстречу, и поэтому здесь, собственно говоря, и есть сегодня работа. Другое дело, что хотелось бы больше загрузить. Насколько работает предприятие? На 50%. Ну, 50%. То есть здесь еще 50%. И задача наша вместе с акционерами все-таки разобраться и сделать так, чтобы было расширение, было больше заказов. Ну, здесь мы работаем. Ясно, что для нас это приоритет так же, как и у Ликина Дулева. Вы знаете, там конкуренция тоже серьезная, и МАЗ производит, и в Волгограде предприятие конкурентное. Наша задача все-таки покупать наши местные ЛиАЗы на их